Здравствуйте. Я представляю вам музыкальную программу «Звездная дорога». Звездная дорога. Где ее начало? Из чего состоит успех твой, зрительский, звездный? Каждый звездный решает эту проблему по-своему. Но начало пути, первые проблески будущей популярности можно было бы несколько обобщить. И обобщить не ради рецепта будущего успеха, а ради того, чтобы облегчить первые шаги вашего пути. К примеру, вы уже абсолютно уверены в том, что играете или сочиняете новую самобытную музыку. Но где ее записать? С помощью каких инструментов? Что нужно сделать для того, чтобы привлечь внимание продюсеров или продюсерских фирм? Вот именно об этой стороне начала звездного пути я и хотел бы вам рассказать. Но это в следующей передаче. Я познакомлю вас с теми, кто уже добился успеха и уже идет по звездной дороге, и с теми, кто делает по ней первые шаги. Но вы ведь знаете, что звездность, иными словами, популярность, зависит и от вас. Вас, тех, кто смотрит, слушает, ходит на концерты, вас, тех, кому близок тот или иной исполнитель. И я подумал и об этом. Я буду показывать вам музыкальную видеопродукцию украинских исполнителей, а выяснить ваше мнение по поводу лучшего клипа, лучшей песни и самого понравившегося исполнителя мне поможет независимое информационное агентство SKSC. В последней передаче месяца вы увидите вами же отобранных победителей. А в конце года состоится большой гала-концерт участников нашей программы. Самые активные телезрители будут приглашены на этот концерт, а телезрители, угадавшие победителей по представленным номинациям, обязательно получат призы и ценные подарки. Ну вот и все. Программу буду вести я, Юрий Красин. Я с вами сегодня и всегда в программе «Звездная дорога». Я не забыл красивый
Сегодня ко мне на огонек заглянул популярный исполнитель Алекса Берест. Саша, скажи, как повлияло корчагинское прошлое на звездное будущее? 6 июня этого года состоялся мой творческий вечер, на котором я, так сказать, во всеуслышание сказал, что у меня за спиной уже 15-летний стаж творческой деятельности. И, естественно, на этом вечере я вспомнил и свои творческие годы в составе группы «Корчагинцы». Да, это было очень нашумевшее время. Да. И я, естественно, вспомнил об этом с большой, так сказать, теплотой. И вспомнил тех людей, с которыми я в то время работал. У меня в гостях были и те композиторы, и поэты, с которыми я в то время работал. И, естественно, те люди, которые были музыкантами в той группе. Как повлияла группа «Корчагинцы»? В прямом смысле могу сказать, что с профессиональной точки зрения это была школа подготовки. Это даже не по подготовке было, это действительно была и школа профессионализма, потому что в то время мы участвовали во многих профессиональных конкурсах, фестивалях. Я очень часто вижу тебя на сцене с гитарой, такой замечательной акустической гитарой. Скажи, пожалуйста, вот какой инструмент ты предпочитаешь? Дело в том, что у меня очень хороший инструмент, профессиональный, и я просто влюблен в эту гитару. И у меня и песня есть, которую я посвятил этой гитаре. Это гитара японского производства. Ну, а одна из дорогих, так сказать, фирм вообще в мире. И если как пример могу привести, это в 90-м году в Москве выступала группа Pink Floyd, и все акустические гитары были там этой фирмы. Скажи, пожалуйста, о чем бы ты никогда не пел своих песен? Вот это действительно интересный вопрос. Дело в том, что за все свое творчество много тем я уже перепел, но, наверное, еще больше тем, которые остались за пределами моего внимания. Я затрудняюсь сказать, на какую тему я бы не пел. Ну, скажем, о любви ты поешь? Да. А о дружбе ты? Да, а любви к родине тоже. Тоже, да. Но спектр тем, он может быть очень большим. Но на какую тему я бы не пел?
так понимаю, что та музыка, которая звучит из киосков, она тебя не привлекает. А, скажем, вот на эти тематика. Да. Да, вот скорее всего, наверное, вот это я не буду. Может быть. Мы сейчас вместе с тобой и с телезрителями посмотрим твой клип. Кстати, очень хороший клип, он мне очень понравился. И отсюда вопрос. Чья идея визуального воплощения этого клипа? Да, это клип был снят на в этом клипе была снята песня The Duck из А что это в переводе означает? На украинском это будет морок, ну на русском языке пустота, темнота, вот что-то в этом роде. Вот. Дело в том, что Дак это заглавная песня из англоязычного альбома The Duck группы UG. То есть в 90-91 году я был солистом группы UG. Вот. И эту песню написал музыкальный руководитель нашей группы Николай Дрик, которого я уже вспоминал сегодня. Вот. На стихи Короленко. Это английский текст Короленко. И идея воплощения этой песни в видеоматериале опять-таки принадлежит Коле Дрику. Насколько я вспоминаю, опять-таки вот это начальная сцена пустыни с этим памятником, это тоже да, это интересная находка. Принадлежит ему. Я вспоминаю, как я лично бегал за этой глиной, практически по всему Киеву искали. Но нашли мы эту глину где-то на станции метро «Золотые ворота». Ну что ж, я думаю, самое время нам посмотреть клип. Ну а с Сашей я на сегодня look at my country, dear foreign neighbor. Look at the newborn state you shouldn't miss. The land of charming sons and peaceful labor. So sweet and touching, like a baby's kiss. The face of God is in its every feature. And cherry trees and blossom are again. Ukraine is free. It means the world is richer. Look at Ukraine. Oh, look at Ukraine. We'll be right back.
Thank you.
нашел, лихо песенку нашел, и своей песенкой одолею лес. Начало, я хотел бы познакомить вас с Виолой. Скажи, пожалуйста, как ты могла бы назвать стиль, в котором ты работаешь? Экзотическая попса, видимо. Замечательно. Кто из звезд повлиял на твой замечательный имидж? Или не звезд? Замечательный имидж. Так хорошо. Есть такая певица, моя любимая, неотразимая, Энни Ленокс. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Мы сейчас посмотрим твой клип, и отсюда мой вопрос. Часто ли тебе в жизни или в быту приходится быть неотразимой, непредсказуемой? Непредсказуемой? Видимо, чаще не бывает, Юра. Спасибо. Пожалуйста. Это тебе. Спасибо. Вот такой неожиданный блиц. Смотрим клип. Вспоминаю былые года.
Я совсем недавно побывал в близком зарубежье, в столице нашей белокаменной Москве, и повстречал там популярного исполнителя Виктора Салтыкова. Узнав, что я киевлянин, он очень просил передать привет своему младшему украинскому брату Юрию Трофименко. Так что никуда мне не деться. Привет тебе, Юра. Молодцы, поехали! We'll be right back.
Экивоки. Эта песня не поддается переводу, а исполняют ее веселые парни, группа «Всякий выпадок». Наша передача подходит к концу, и мне остается только напомнить, что вся музыкальная видеопродукция, которую вы сегодня видели, будет участвовать в конкурсе на лучший клип, лучшую песню и самого
понравившегося исполнителя. До свидания. Пишите нам, не забывайте. Здравствуйте! Мы с вами снова на звездной дороге. Человек, которого я хочу вам представить, поистине является музыкальной легендой. Достаточно сказать, что именно он еще в 1967 году был создателем группы «Второе дыхание», которую любители рок-н-ролла безусловно знают. Кроме того, этот человек – прекрасный композитор. Его песни исполнялись такими известными артистами, как Лев Лещенко, Ион Суручану, Катя Семенова, Тамара Гверцители, Василий Зинкевич и многими-многими другими. Не стану вас больше интриговать. Олег Слободенко с песней «Яхта Сарагоса».
Вчера спахнул свой звездный веер ленивым прохладу веер. Морской прибой волной играет, как переливы в кастанье. Луна услужливая служанка проводит в дом испанки и зрела сладким вкусом манго. Мне будет поцелуй твой жаркий. Сегодня у нас в гостях популярный исполнитель Александр Тищенко. Представляю его вам, пожалуйста. Очень приятно. Это Сан Саныч. Очень приятно. Со мной, да. Саша, скажи, пожалуйста, тебе это не надоело? Ну,
смысле, вот это вот все же. Ну вот это да, все, и то надоело нам это дело. Да. Да, нам это надоело. Мне это тоже надоело, к сожалению, но что поделаешь. Саш, скажи, пожалуйста, а как вчерашний концерт? Отработал успешно? Вчера концерт, ага, концерт вчера. Вчера был концерт. Концерт вчера был. Не да, был. А что? Ну, был, да, а что? А что? А что? Да нет, так ничего, так к слову просто пришло. Нет, бывает. Да. Саш, скажи, пожалуйста, да. А, я знаю, ты снимаешь новый клип. Как движется работа? Ну, работа, собственно говоря, закончилась. Как клип? Сняли? Нет? Да? Да? Я не помню. Да? Да. Да. Вот вы счастливые люди, у меня воду выключили. Как вообще звездой стать, да? Так? Да, такой каверзный вопрос. Ну да, как стать? Нужно встать и уйти. Не понял. Что нужно сделать? Нужно встать и уйти. Ага. Yeah.
Лихо к лесенке я шел, лихо песенку нашел. И своей песенкой одолею лесенку. Сегодня в рубрике «Начало» Наташа Самсонова. Я связался по телефону со Львовом, где живет Наташа, и задал ей несколько вопросов. Наталья, я зачарованный твоими песнями. Ты маешь разные оригинальные костюмы. Кто занимается твоим имиджем? Ну, я, по-перше, дуже дякую за комплімент. І взагалі, я би на це запитання хотіла відповісти однозначно. Якою ви мене бачите на сцені, такою самою я є в житті. Так сталося, що я обрала професію художника-модельєра. От, і в результаті практично я всі костюми, які ви на сьогоднішній день бачите на сцені, всі костюми проектую я сама. От, і стараюся це робити буквально до кожної пісні окремо. І що стосовно іміджу, то я хочу сказати, яка я є, така я є. Нічого штучного я не роблю. І очевидно, в цьому моя маленька таємниця і заслуга. У Львові ти досить відома співачка. Як ти ставишся до своєї популярності? Ну, звичайно, я зрозуміла запитання, так. Я вважаю, що кожен співак, кожен артист прагне до максимальної популярності. Але я не ставлю собі за ціль бути суперпопулярною. У мене така думка є на цей рахунок, що Бог дав мені цей прекрасний дар голосу, і я вважаю, що його чесно треба відверто нести до глядача, до слухача. І ніколи не треба ходити чи по сцені, чи по життю з високо піднятою головою і вважати собі, от яка я зірка, яка я висока, яка я гонорова, а ви там всі ніхто. Я рахую, що все має бути відверто, гарно і чесно. Моє останнє запитання традиційне для нашої програми. Наталю, як стати зіркою? Де є початок? Ну, на рахунок зірок тут взагалі питання дуже цікаве. Я вважаю, що на сьогоднішній день так сталося в нашій Україні, що з'явилося дуже багато штучних зірок. Я вважаю, що такі зірки просто заважають працювати. А яка має бути справжня зірка? Ну, звичайно, для цього потрібно, необхідно мати голос, мати тонке музичне відчуття. Обов'язково треба мати якесь, знаєте, своє таке внутрішнє «я». Треба мати особистість, індивідуальність. І очевидно, обов'язкова умова, що потрібен талановитий продюсер в тій справі. На жаль, якого в мене немає. Ну, але якщо будуть цікаві пропозиції, то телефонуйте, ми їх розглянемо. Наразі цілую всіх. Па!
артистических кругах давно известен тот факт, что Алекс Берест является страстным собирателем анекдотов. Их накопилось такое количество, что Алекс решил выпустить книгу. И похоже, что в скором времени ему это удастся. По количеству анекдотов книга могла бы поспорить с любым аналогичным изданием в мире. А посему остается искренне пожелать Алексе Бересту попасть в книгу рекордов Гиннесса.
наша передача подходит к концу. И мне остается только напомнить, что все музыкальные видеоматериалы, которые вы сегодня видели, участвуют в конкурсе на лучший клип, лучшую песню и самого понравившегося исполнителя. До свидания. Все озарит, а